Всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Готовы ехать дальше с грибами. Раньше что-то улегся вообще. Я уже звоню ему, говорю: Ром, поехали. Куда собирать, сюда поехали. Все, сейчас иду. Груза была. Уже все убрали. Ну вообще прикольно, да? Вот в прошлый раз мы ездили, вообще ничего не было. А здесь вот зашли буквально на 5 минут. Ну, в принципе, вот в Семенове то же самое. Я зашел там сразу, вот маслятку набрал. Ну, здесь как просто... О, вон еще стоят, что-то кукуруз. А, не добрали. Частично. Может, дозрело. Не, по-моему, она так носилась, да? Даже не видно завязка. Да нет, это, может, начала вызревать, но зернышко маленькое. Вон тоже лес хороший. Да, тоже стоит. Дело в том, что в этом лесу... Ой, вот смотри, какой хороший лес. Ой, вообще. Здесь хвойный. Хвойный? Нужно продать. Маслята. Вон. Вон тоже народ, да, стоит. Да. Так, мы давайте уже доедем до туда уже. Давай. Нет, мы будем каждый раз так останавливать. Ой, лесок, ой, лесок. Ой, лесок, ой, лесок. Ой, лесок, ой, лесок. Давай ты просто будешь ехать прямо, а мы с Ромчиком вдоль дороги идти и косить. Эх, эх. Эх, лиску. Да. Разгребок, грибок, прыгай в лукошко. А ты будешь просто вдоль дороги ехать, вон тоже народ стоит. Кстати, очень много реально народу стоит. Все собирают. Куда я говорил, никто не заезжал. Хребники. А все хребники. То есть ориентир тут справа, с этой стороны болотца, а дальше по поляне. По поляне? Кукурузное, да, поле, и на обратном пути направо. Кстати, как красотища. Наверное, так мы оп, так это едем. Частные дома, леса, деревья. Тихо так. Машин даже нет. В этой полосе вот ивы бывают такие прикольные. Там как раз это же огромное. Вон тоже, смотри, идут, видишь, с ведрами. Местные. Эти тут всегда. Местные. На километр... Бабы с ведром. Да, на километр туда сюда уже собирать нечего. Да? Какая-то станция слева. Кстати, да. Грибочки у нас тут радиоактивные. Надо спросить, есть? Э, дед, хребет-то есть? Хребет отсюда. Арапово и Ушаково. Агрофирма Заря. Ой, такая красота. Вот едешь, осенний лес вообще. Короче, Ромка, давай. Как Пушкин охреневаешь. Вообще, да. Так давай следующие выходные, если погода не подойдет, еще раз. Зима и стоя. Это... Пока осень. Осень и солнце. Осень день чудесный. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, грибы. Грибы. Грибы отсюда. Тише ты, грибы. Не подожду у тебя уж более. Я говорю, грибы отсюда, да? Да. Ой, такая, смотри, видишь, как аллея такая, да? Да. Здорово. Это как немецкие автобаны, похоже. Да, вообще. Супер. У немецких автобанов, правда, одна хрень. И дорожка такая нормально сделанная. В какой-то веке. Красота. Вот, березничок хороший. Ой, да, вообще. Тут не остановиться. Хотя бы на поворотке. Нет, Рома, все. Нет, давай доберемся до точки. Нет, капитулеров. Нет. Держимся. Едем. Сжали зубы. А слева был подбрезничек, по-моему, грязничек. Вот здесь вот, прямо тут, прямо тут. Маленький машин стоит. Ну давай вы, все, уговорил. Не надо. Нет? Вон уже Мерседес собирает. Уже Мерседес собирает. Ну давай пойдем, ладно, тормозить. Так, блин, идем, не идем? Нет, идем. Или идем? Хендай играет. А нет, все, не собрали. Не знаю. Че, белки? Да. Не знаю. Ну, березничок. В общем, ориентир березничок первый. Да? Так, подожди, у нас там или тут? И там. И тут там. Я говорю, нам проще с тобой идти вдоль дороги, а папка будет на машине. Так я говорил, нам было там 100 метров, выходит навстречу нам. Встречаемся, да, переходим на другую сторону, там идем до машины, он проезжает еще так же. Жалко, что машина не радиоуправляемая. То есть она двигалась бы вдоль прям вот нас, вот, где вот мы едем. Как вчера фильм. Да. Приложение у него. Ну, все, было бы здорово.
Так, приехали в деревеньку. Утром чихал, у него здесь сейчас... друзья знакомые. Чего не шокируетесь? А что ты шокируешься? Нормально. Едем, едем, едем в соседнее село на дискотеку. Ладно, подарю ему грибы, раз нашлось. Корги, да. Какая прелесть вообще. Ну все, тут фигня осталась. Каких-то 200 метров. Ой, какая прелесть. Гуси, гуси. Кстати, реально гуси. Куда нам? Прямо. Ну, куда показывают? Там. Да. Прямо и вдоль, вот где мужик там пасется. Это он? Это мужик? Наверное, не он. Это мужику? Или нет? Чисто улица зеленая. Прям аллея такая красивая. Поехали там, где машины уже стояли. Так вот здесь они стояли. Не здесь. Не здесь? Через 300 метров. Ну, вопрос. Там, где стояли, там уже нету. Ну, я имею в виду в том направлении. Ну, у нас три локации, где потенциально можно будет это грибы. Можно вот здесь вот остановиться, если есть пятачок. Можно. Обувайся, одевайся, и пошли мы в лесочек. Ромчик уже погрузился, я с корзинкой. Все, перчатки одели. Все, на пакетик себе. Я с корзинкой. Усё, ну пошли. Ой, господи. Аккуратненько спускаемся. Ну, не знаю, трава, по-моему, высоковата, нет? Где здесь что найдешь-то? Дальше? Ну, пошли искать. Ну, что найдем, то покажем. Ну, да. Уже убежал, да? Иду. Куда? Ты куда хочешь? Ну, пошли, пошли. Все, машину закрыл, все закрыл. Нужно искать. О, давай, получше. Нет, трава высокая. Обычно грибы в высокой траве-то не растут. Нужна более низкая. Они тут тупо не пробьются среди травы-то. Тут не болото, слушай. У меня как-то мокренько уже. Да. Оф, а что тут вот будет? Вот как среди чего? Где здесь грибы-то? Вон здесь нету нифига. Трава высокая, слишком. Отлично, на мой взгляд. Вот там было более перспективно. Там дальше. На опушке. Ром, по-моему, здесь ни хрена нету. По-моему, здесь нифига нету. Трава высокая слишком. Хотя вон что-то есть вроде снизу-то. Что-то есть. Опять какие-то. Да? Ладно. Да, в общем, вот здесь вот решили. По пролесочку. Аккуратненько. Так, это, если увидеть тетерева. Тетерева, да? Ну, не знаю, тетерева. Вот а такой. Как его ловить-то? Вот, корзинкой есть. Можешь. Они на подъеме, они очень такие, ну, знаешь, вот как голуби. Вот. Скоро мы здесь тетерева увидим. Ну, все, погнали. Перчатки нацеплял. Ну, что? Были. Были басу. О, секунду. Березок. Похож. Оп. На этот березок. Нет. Вон еще один. Еще один. Оп. Хороший, кстати, смотри-ка. Ну. Давай, смотри. Вот зашли только. Ну, и хорошо. Ну да. Каждый свой гриб. Да. Каждый гриб свой находит. Да. Ну что, Ромчик уже прошерстил. Не, ну здесь лес нам получше. Он какой-то торчит. Это не старый. Старый. Все, смотрим. Оп. Грибы, рыбы давай. Оп.
ищем. Ищем грибы. Ой, хоть воздухом подышим. Какие-то переростки. Чё? Чё ты видишь? Это у чего, берёзки, да? Вот. Вот здесь, кстати, получше. Вот трава. И вообще. Листья. Да, листья такие уже. Угу. Оп. Да. Есть такое. Угу. Чем-то найдем. Уходим. Салам. Вместе. Ручку я куда-то пролетел. Главное не заблудиться. Ты запомнил вообще, где, в какую сторону-то? Не знаю, я что-то вообще ничего не вижу. Ни переростков, ничего не вижу. Вот там, кстати, в начале, вот где два подберезовика, мы туда вернемся. Прям по краешку пройдем. Не знаю, по-моему, первый раз, вот когда мы в лес приехали, там вот лучше было. Там хоть что-то было. На обратном пути там. Там хоть что-то было. А здесь что-то ни хрена ничего нет. Короче, кроме репейников, ни хрена тут не собрали. Только два вот подберезовика в самом начале и все. Вся в репьях. Вот так. Лес странный. То есть, то нет. Ага. Вон его сначала отряхнуть надо, ну, всего. А потом подождем. Ты вон посмотри на себя. Вон посмотри. У тебя и на ногах, и везде. Зачем вы трикотажки-то делаете, не знаю. Надо. Лес тут вон, власнейшийся. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай, отряхивайся. Вообще все вру. Вот, давай сделаем заставку. Вот такие у нас грибы. Не червивые. Но сухие уже. А понюхай, кстати, сухим грибом почти пахнет. Кстати, да, сухой гриб. Ты вот здесь вот был, да, и ничего нету? Я наискосок обратно возвращаюсь, я через этот памятник как раз возвращаюсь. Ага. И ничего нету? Ну там подстанция какая-то еще торчит. Вот вроде смотришь, вроде как, ой, какой хороший лес, ой, какой хороший. Заходишь и ни хрена. Тут в августе надо. Ну, уже сентябрь. Если погода не была такая прям знойная. Сухая, да, очень. Были бы вчера дожди. По этой дальней дороге ехать 90. А здесь ограничения? 90? Да. Здесь, на грузовике. Нет, вон показ. 90 здесь. 90 ограничений. Ну, потому что тут дорога. Короче, там, где первый раз собирали, там надо было. Не то, чтобы мне с тобой не нравится, но я придумал, как быстрее доехать. Я уже устала, на самом деле, ходить. Потому что ты тоже подсобрать. Я... Он тоже вроде. Слезно настаиваю, где вот напротив кукурузного поля, где, ну вот мы там недалеко собирали, напротив, где машины, а потом это, там поля кукурузные пошли. И вот на почте вглубь метров проехать 100, потому что туда никто не заезжает. Ну, дойдем, доедем сейчас. И встать, перекусить и пойти минут на 15. Ну да. Давай так на разведку. 10-15 минут, все. Так ничего, за 10-15 минут нормального толкового не находим. Я как раз уходим, все. Потому что, ну, нету смысла тут ходить 20 часа и искать там какой-нибудь через один гриб. 300 метров поверните. Короче, едем вот сюда. Да это сразу, да. А то там что-то землю прибили. Интересно, чем это? Катком, под полем. О, здесь вроде посимпатичнее. Может, здесь нам повезет. Подальше. Плюс можно еще машину здесь бросать, если никого нет. Ладно, давай по-твоему поедем. А погодите, там початок. Вот, прямо 3 километра. Я вон початок сорву. Початок? Он на кукурузе нарастет. Да. Кстати, да. Ну чего вы? Грибов не насобирают, а кукурузы. Да, попкорн, бля. Попкорн? Попкорн! Давай, увидел. У них, кстати, реально початок висит.
Давай, давай. Беги, Рома, беги! Кукуруза. Прикройся, да, чтоб тебя никто не понял. Блять, он реально, кстати, кукурузу нашел. А что, дом сварю? Я, кстати, прикольный рецепт видела, как с молоком ее варят. О. В общем, короче, смотри, здесь грибы, там кукуруза. Чего-нибудь да найдем. На ужин собираем. Господи, грибник, грибник. О, еще что-то нашел. Ой, ой, добытчик, добытчик. Ну-ка, ну-ка, бежит. Кукуруза. Кукуруза. Она хоть съедобная? Да. Ты там распачкуй. Потом. Нет, черная должна быть уже. С косичками-то черными-то, да, она уже считается, как это спела. Но мелко какая-то. Ну, это обычно крупнее. Не наливается. Не дают. Ее причем сшибают это. Да? Потрогай. Ну вот это. Ну, все. Ну, давай положу где-то на пол ее. Да подожди, да лучше там в багажник сейчас встанем и переложишь. А, может, да. Где-то уже тормозить будем? Сейчас. Дай немножко. Вот сколько попроехали. После поворота туда, чтобы. Ближе как мы могли вот и налево, и прямо туда. И прямо, пройти. Да, давай. Прямо. Чтобы сейчас здесь, наверное, точно никого нет. Выбор хорошо. Блин, ну столько ее сшибают это и это. Ой, мне вот этот лес уже просто вот нравится. Ходить по нему ровненько. Ну, давай пройдем или не пройдем? Вот там вот объедь. Пройдем. Вон там объедь просто вообще. Тогда параллелимся. Угу. Дороги. И пойдем сейчас пообедаем, маленько прикусим. Я говорю, как по поводу собрать там это и пойти покалывать на рынок. Ну и тут реально подшибали ее, блин, это больше, чем. Вон початок лежит вон. Тоже. Кстати, да, лежат. Кукуруза. Я помню, мы как-то с отцом ехали, там поле было с капустой. Тоже остановились. Мешок насобирали. Ну ее умывать надо ее. Вон, вон Тетерев! Был! Вот то большая такая крупная птица, да. Вот сюда полетела. Вот здесь сидела и полетела. Ну, крупная такая. Явно не синичка. Ну давайте здесь тогда, что ли, вот станем или подальше. Давай чуть дальше. Мы сейчас сюда и все, спрячемся там. Тем более дорога нормальная. Вроде. Позволят. Чтобы можем туда и туда. Что-нибудь да найдем. Заканчивается как? Какая? Нет, она, наверное, идет на разворот. Весь комбайн тут разворачивает. Ну давай где-нибудь тут. Да, вон в лес. Дорога. Ну что, в лес? Поехали в лес. Только там яма. А ты сможешь здесь проехать? Давай. Посерег. Здесь нет. Да ладно, не надо. А, давай здесь, да, встанем. Все. Вроде и хороший лес. Пикник. Будем надеяться, что здесь нам повезет. Все, а вы это увидите в следующем выпуске. Ну что, пойдем по кукурузе? Да, сейчас пойдем пожарим. Все, увидимся в следующем выпуске.